85 километров из польской Сокулки до белорусского Гродно. В областном центре сегодня финишировали более 100 участников международного многодневного велогонки «Неман». Масштабное спортивное состязание проходит в 30-й раз. Участники этого года – велосипедисты из Беларуси, Польши, России, Литвы, Украины и Молдовы. У велогонки несколько этапов. Часть традиционно делится между Белоруссией и Польшей. Наблюдатели подсчитали, что за 4 дня спортсмены накрутили более 250 километров. Здесь все-таки проявляются максимально не только скоростные силовые качества, не только выносливость, способность восстанавливаться, ну и, наверное, волевые качества, потому что 6 гонок в рамках одного турнира – это, ну, довольно-таки серьезная проверка. Кстати, велогонка еще раз продемонстрировала и преимущество безвизового режима на территории Августовского канала. Границу велосипедисты пересекли в безостановочном режиме.